Девчонки, всем ассалам алейкум, всем привет, всех очень рада видеть у себя на канале, добро пожаловать. Начинаю сегодня новое интересное видео, надеюсь, вам понравится. Перед началом видео обязательно поддержите, не забывайте, в каждом видео вам говорю, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх, вам не трудно, а мне помогает развитию канала. И, конечно, очень приятно, когда у вас много комментариев, вы пишете. Я все читаю, но отвечать, конечно, не успеваю. Извините заранее, потому что некоторые обижаются. Я вообще не успеваю, девчонки, дел очень много. Куда-то выходим, гуляем, получается, снимаю, не получается, не снимаю. Очень много работы, я работаю в компании Atomic, кто не знает. Ой, альхамдулиллях, все идет очень хорошо. Зарабатываю потихоньку, получаю деньги. Кто переживает насчет пособий, не переживайте. Ничего не повлияет на ваши пособия. Успокойтесь, пока вы не будете зарабатывать по полмиллиона, не откроете ИП, с вашими пособиями ничего не будет. А когда вы будете зарабатывать такие деньги, я думаю, что вам уже пособие не нужно будет переживать. Я получаю детские пособия тоже и работаю в компании Atomy, и уже получаю свои деньги каждую неделю, каждый вторник у нас зарплата, так что не переживайте. Много говорить не буду, WhatsApp всегда у меня есть. Всем приятного просмотра, баракатного вам дня, хорошего настроения, вы у меня самые лучшие. И Софика мне здесь. Салам алейкум. Поставьте лайк, скажи. Девчонки, каждая женщина, девушка хочет красиво одеваться. И сегодня я вам нашла очень классный интернет-магазин с разными фасонами. Одежда как для покрытых девушек, так и для обычных. Очень красивые платья, модные костюмы, юбки, тунички. Все в этом магазине есть. Очень доступные цены. Качество шикарное, доставка по всей России почтой. Так что, девчонки, обязательно присоединяйтесь. Есть группа WhatsApp, интернет-магазин Telegram, есть YouTube-канал. А самое главное, что мне понравилось, очень много моделей для девчонок полненьких, как я. Нам очень трудно найти красивое платье, костюмы, постоянно все на стройных. А в этом магазине вы найдете все. Для себя, для своей дочки, для мамы, для подружки. Так что обязательно присоединяйтесь. Я очень рекомендую. Пару платьишек я для себя приглядела. Иншаллах, скоро тоже буду заказывать. Всем приятных покупок. И тут рядом со цветочками своими стою, вот решила показать. Смотрите, у меня все отцвело, новая партия моих розочек. Они каждый раз получаются разные, то белые, то розовые. Очень красиво, вот две розочки уже расцвели, этот цветочек прирос, этот растет. Мне девчонки написали, что петунье нужно на балкон, я ее, правда, унесла на балкон. Она у меня повяла, я думала, я ее вообще... уже все потеряла, нет, она у меня там на балконе, на этом солнце, на этой жаре вообще цветет и пахнет. Спасибо вам, без вас, конечно, никуда, я садовник никакой, хотя я родилась в деревне, в селе, да, все детство была в огороде, но вообще с цветами не дружу. Вот огурцы, помидоры, вот это мое, все знаю, как садить, картошку окучивать, колорадских жуков собирать, все знаю, а вот цветы... Раньше у меня мама за них отвечала. Девчонки, кстати, в прошлом видео забыла вам сказать, в этом обязательно скажу, что вам будет полезно. Вот кто живет в Санкт-Петербурге, не знаю, как в других городах, сейчас в Диксе идет очень хорошие акции по субботам и воскресеньям. Скачайте приложение Диксе и увидите. Вот при покупке на 1700 рублей выбирайте подарок за 1 рубль. Мы как раз зашли в субботу вечером, я вспомнила про эту акцию, думала, опять будет сыр, как в прошлый раз я брала. А там, видимо, каждую неделю обновляются. И получается вот такой вот жидкий гель для стирки я взяла за 1 рубль. Аромат шикарный, пользуется. Я сделала
покупки на 2 чека попросила, чтобы забрать 2 подарка. Девчонки, очень выгодно. Обязательно воспользуйтесь. Это не реклама. Я за вас переживаю, чтобы чем-то делиться хорошим. Так что и бегите в Dixi, скачайте приложение. Там есть сейчас акции «Товары за 1 рубль». И сейчас тоже еще есть наклейки. У меня очень много вот этих наклеек электронных. Там ножи очень хорошего качества. Ну, у нашем Dixi закончились. Так что жду, сказали, привезут. Возьму тоже ножики. Ну, вот буду пользоваться вот таким вот. Никогда не пользовалась. Напишите, если брали, как вам понравилось или нет. Ну, за 1 рубль, я думаю, пойдет. Еще, девчонки, что хотела вам сказать. Прошлое видео у нас пополнение. Очень много было хороших комментариев. Кто-то понял, да, кто-то знал, кто меня давно смотрит. Кто-то меня поздравлял. Мне тоже очень приятно. Кто-то писал, вообще меня удивил комментарий такой. Я аж мужу сказала, смеялись. Поздравляю с рождением внученьки. Ну, я уж на бабушку-то, я думаю, что не похожа на бабушку, но кто как думает, кто как видит. Но было несколько комментариев негативных, вообще, что я обманщица специально для просмотров. Я вот сколько видела, все так пишут. У нас пополнение, у кого-то кто-то. Я считаю, что если моя подруга родила, мы с ней очень хорошо общаемся. Это тоже наша семья, наш круг общения, значит, пополнение у нас. В нашей умме пополнение. Еще родилась одна мусульманка. Альхамдуллях. Так что будьте чуть добрее. Не знаю. Я очень рада, что Настя родила. Красивая девочка, очень хорошая, умненькая. Вот, мне очень идет, кто-то писал, что очень вам идет. Я люблю очень маленьких детей. Так что, девчонки, надеюсь, вы меня поняли. Я никого не обманывала. Ну, просто все так пишут, я тоже так написала. Не буду же писать, у моей подруги родилась дочка. Ну, никто так не пишет, я думаю. Так что вы меня поняли, я не врала. Ничего хотела, не берите в голову. Это просто, вот я считаю так. Девчонки, и небольшая у нас тут распаковочка будет. Решила показать в этом видео. Я вам говорила, что буду заказывать скатерть, клеенку. Вот заказала вот такую клееночку. Она пришла у меня на Валберис. Решила вам показать. Долго я выбирала разные. Ну вот, не знаю, мне вот такая понравилась. Смотрите, какая классная расцветка. Сейчас я открою. Вот смотрите, она такая вроде и не белая, серая, да, и с таким вот рисунком. Очень плотная, классная. Там были, конечно, подешевле. Вот это, по-моему, в районе 400 рублей, 300 с чем-то. Надеюсь, долго прослужит. Выбрала вот такой, не знаю, мне понравилось. Вот такая расцветка. Посмотрим, постелю на стол, как будет выглядеть. И, девчонки, в том видео, где я показывала свою одежду, свой гардероб, был костюм такой коричневый, да. Я, девчонки, его сделала возврат. Что-то померила, подумала, мне в нем так душно. Материал такой, знаете, лапша, но он синтетика, мне, синтетика, да. Он, и мне так душно в нем стало. Я думаю, я по-любому его носить не буду. Короче, отправила Марьям, сделала возврат. И сразу же увидела вот такой костюм. Ткань очень тонкая-тонкая. На лето я померила оверсайз, девчонки. Написано до 52 размера. Девчонки, до 60-го это точно подойдет. Он мне тоже большой. Что мне не очень, так он вообще хорошо сидит. Но вот эти широкие рукава, я никак не могу к ним привыкнуть. Не знаю, может мне их ушить. Не знаю, может мне резинку вставить. Но мне так понравился. Не буду возврат делать. Очень красивая туничка удлиненная. Смотрите, здесь вот такие завязки. Куплю какой-нибудь голубенький шарфик. Светленький, и будет красиво. Необычная такая туника. Больше мне, конечно, туника понравилась. Юбка вообще тоже обычная, простая, широкая. Можно носить эту тунику. У меня есть еще черная юбка. Еще я тут заказывалась джинсовую юбку. Она у меня лежит. Не носила ни разу. Ну, посмотрим. Буду одевать, не буду. Вот с такой туничкой удлиненной будет классно. Я вам ссылки, девчонки, оставлю. Наверное, на этот костюм и тот, который... Потому что меня просили... ссылочки оставить. Я оставлю вам под этим видео. Может, кому-то надо, обязательно заказывайте. Не реклама, просто такой костюм классный, тоненький. Рекомендую.
شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما Мар, Марчик, Ир, будем сейчас гулять, на лодках кататься. Иди вперед, я тебя поснимаю. Стой, Мар, дай ручку. Дай ручку. Смотри, какая вода. Смотри, как красиво. Красиво. Смотри, корабль плывет. Пойдем. Акулы здесь нету акул. Акулы. Тут нету акул. Ну что, как вам лодка? Что там? Бутылка, мусор. Мусор, да? Смотри, сколько много. Сильно не разгоняйся. Аккуратно, ничего страшного, мокрое. Смотри, солнце какое, водичка. Тихо, тихо, сидите. Сидите, сидите. Все тихо сидите. Вон утка, смотри, уточка плывет. Рядышком. Вон сколько уток. Там... Плывем? Плывем? Умар, купаться будешь, Умар? Ну, подожди, пойдем сейчас купаться, Умар. Сейчас доедем. Не он голодный. Кушать хочешь? На воде проголодался, да? София, нормально сядь. А где это? Тут... А? Не знаю, сколько. Я ман солейта би кулли ламбия. Я ман фи кальбика рахматун линнас. Я ман алафта кулубан бил ислам. Я хабиби, я шафиай, я В YouTube? Как покатались? А? Нормально. Нормально? Супер. Булка! Что ты, я? Она отвернулась. Да не видно тебя. Софика, что, понравилось? Угу. Умар уже все, завис. Голодный. Ждет, когда мы поедем обратно. Сейчас плетут. Смотри, мама и птенцы. Мар. А еще... Ну, ты будешь смотреть, ну ты как будешь попадать. А, сейчас их задались. Вон они плавают. Уточка и птенцы. Так и сиди, нельзя вставать. Вот. Не хочет, неинтересно. Ага. Пушистый. А вон еще большие. Мамы побольше они. Уточки. Девчонки, съездили мы вчера на прогулку. Я вам поснимала немного влог. Этот будет небольшой. У нас тут небольшие сборы. Мы собираемся в небольшое путешествие. Узнаете все в следующих видео. Пишите. Как вы думаете, куда мы едем? Вот я уже собираюсь потихонечку. Почти все собрала. Сейчас соберемся и скоро, иншаллах, выйдем. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте пальчик вверх, если не подписаны. Подписывайтесь. Всем ассаламу алейкум. До новых видео. Всем пока-пока. Ставьте лайк, скажи. Давай. Куда поедем? В путешествие?
Да. Ты готов? Да? А я не татуал лодки. Чё ты будешь? А я не татуал лодки. На лодке не хочешь? Не, не на лодке. Ты будешь себя хорошо вести, обещаешь? Ругаться не будешь, капризничать? Скажи всем пока-пока. Всем пока. И лайк поставьте. Ставьте лайк. Ставьте мне лайк. Ставьте мне лайк.